Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение Outlast 2. Этой замечательной и вовсе совсем даже и не страшной, ну практически, игрушки. Ну что ж, собственно, продолжаем с того же места, где остановились. Заранее хочется попросить вас прощения за столь длительный перерыв между выходом серии. Причины тому были озвучены в подкасте, но тех, кто их не смотрит, повторюсь, что дело в том, что просто я очень сильно заболел. И поэтому мне было реально очень хреново, да и до сих пор, собственно, не особо-то я поправился, но более-менее получше себя чувствую, поэтому хотя бы есть силы снимать видео, потому что раньше их не было. Ну что ж, ладно, погнали. Погнали, давайте вспомним, что мы тут, собственно, делаем. Мы пытаемся найти нашу жену Лин, которую похитили какие-то еретики, или кто их там знает, кто они такие. Короче, какие-то сектанты, скажем так, да? Так, ладненько. Спокойненько. Так, ну. Сюда нам не войти, к сожалению. Ёперный это театр. Ты посмотри, что там, а. Офигеть. Сурово. Реально сурово. Ладно. Так, здесь у нас замок. Там какой-то проход. Ну тут тогда мы закончили, остановились вот именно на этом месте. О, спрячься в крови, пока опасности не минуют. Просто сейф был там, поэтому когда груз загрузил, меня откинуло немножко назад на пару шагов. Ну так это и, в общем-то, не страшно. Ладно, понеслась. Я вообще не знаю, сюда нам или нет, но... Видимо, да. Взаимодействовать. Подожди-ка. Ну, вроде никого. Ага, никого, конечно. Так, спокойно, где прятаться? Так, стопы. Так, вот там кого-то я вижу, короче, но... Мы отодвинули дверь с какого-то ангара, и теперь там какой-то чувак ходит с фонарем. А может, даже чуваки. В любом случае, наверное, пока что лучше просто отсидеться, да? Вон он ходит. Снаружи, да, по-моему, уже? Или внутри? Тихо. Тихо. Не будем спешить, просто посидим в бочке, мы окопались в безопасности. Вот он выходит. Значит, до этого он был все-таки внутри. Я знаю, это был моим. Помнишь, как мама называла тебя своим маленьким ягненком? Так, ладно, нахер. Дальше-то куда быстрее, мать твою. Как же тут темно-то, а? Так, бинтов мне больше не надо. А батарейка, отлично. Черт, он похолодел внутри. Так, тихо. Ладно, пока он там, я думаю, что самое время уйти.
Ага, вот понял, 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 все, понял, не дурак. Давай, 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 давай. Ой, твою мать, ой, хреново как. Бегом, бегом! Да твою мать, быстрее! Фу. Ха. Свалил, успел. Пошли к черту, ублюдки чертовы. Фу, стрёмно как, а? Фу, спокойно, спокойно. Так, давайте-ка, наверное, да, полечимся, пожалуй. Это меня все-таки накоцали немножко. Так, ладно. Все хорошо. Без паники, не паникуем. Просто проходим дальше. Что там? Очевидный трупик. Жесть какая, ладно, давайте посчитаем, что пишут. 7 января, еще троих сегодня отправили жить среди пораженных, их раны слишком явные, чтобы их скрывать. У них было по 7 детей, и всех их папа Нот отправил мне на воспитание. Теперь под моим крылом более 40 сирот, которые беззаветно меня любят, как могут только дети, брошенные своими родителями, уязвимые и зависимые, как восходящее солнце. И я люблю их всех. У меня у самого никогда не будет детей, как и у меня есть столько нерастраченной любви, когда Господь оставит и их, я буду здесь, чтобы утешить и направить. Что значит эти сны? Здорово. Жесть, конечно, какая-то, просто жесть. Так, ладно. Оу! Черт подери! Охренеть. Твою же ж мать, а! Пипец какой-то просто. Так, ладно, спокойно. Получи, получи! Ну, охерительно, я так и думал у нас с вами, так и знал, что что-нибудь подобное будет. Фу, мать твою. А, какая жесть. Вот это, конечно, жестоко. Ладно, так, где мы вообще? Ну, путь пока я вижу только один. Тут пока без вариантов. А какие у меня цели вообще? Давайте посмотрим по-быстрому. Должен быть путь к деревне. Надо начинать дорогу к деревне. Хорошо. Да, кстати, спасибо большое за подсказку. Многие подсказывают, что типа когда ты смотришь заметки, потом можно вот так их просто читать, типа, и тут даже есть вот такая штука, ну, типа, чтобы было удобно. Но вот так же, по-моему, круче, да, также смотрите, рукописный шрифт, это же реально кайфово, атмосфернее, поэтому я буду читать рукописный. Так, бочка опять очередная, какая-то очередная записка. Давайте посмотрим, что пишут. Душа Иисуса, подготовь меня, Отец, вновь направь меня к искуплению. Кровь Христа, дай мне испить вина Твоего, дай зрение моему вырванному глазу. Ангел Божий, одолжи мне свой меч. Добрый Иисус, добрый, кстати, написано. Услышь мою мольбу, исцели меня в своих ранах, держи меня ближе к себе, защити меня от грешного мира и подготовь меня к часу сатаны в храме, в братстве храма, врат, чтобы я мог защитить создание твое, пока ты не дал мне остальное. Аминь. Ну, видимо, не дал, наверное, да, имеется в виду? Скульптура плачет кровавыми слезами. Зрелище, конечно, просто потрясающее, мать ее. Так, ладно. Темно, как у негра в кармане, ни хрена не видно. Свет? Нет, это звезда. Или это фонарь? Это фонарь. Ох ты, мать твою! Какого? Что за черт? Смотри, птицы попадали, офигеть. Охренеть.
Однажды учитель сказал мне, что музыка птиц является доказательством того, что Господь существует и любит нас. Ну что же, птицы мертвы. Интересно, что это такие за вот эти вот какой-то, не знаю, звук странный, какая-то вспышка, да, из которой падает птица, из которой наши герои, ну, точнее, наш герой ловит какие-то флешбеки непонятные в школу. Или там, не знаю, или вот эти чуваки, которые там... Ну, короче, какая-то хрень тут происходит, реально непонятная. Так, два пути. Два пути. Давай посмотрим сначала, что у нас здесь. У нас очередной трупик. Ага, и тут не пройти, получается. Должен быть другой путь. Ну, вот, видимо, он. Другой путь. Опять-таки, ни хрена не видно. Видно лишь только мертвых птиц. Так, ладно, спокойно. Ага, вижу, понял. Я же был хотел сказать, что и чё, дальше-то куда? Ну вот я, собственно, вижу, тут пройти можно, тут пройти нельзя. Ладно, погнали. Тихо, осторожно. Главное не упасть. Отлично. Тут, видимо, придется припрыгивать. Давай, раз, разбега. Алёп! Ох, нифига ты прыгаешь, конечно, вообще. Дерзко. Так, идет сохранение. Это хорошо. Какого вообще хрена? Где мы, мать его? Ох, как темно тут, нифига. Вообще ничего не видно. Какие-то пещеры непонятные. Что вообще происходит? Так, ладненько, спокойно, спокойно. Нихера себе. Офигеть. Ты только посмотри на это, охренеть. Он сказал, что это сделала она с собой сама. Он сказал, что защищал тебя. Так, ладно. Церковь. Нет, нет. Что-то похожее на храм еретиков. Ну вот-вот, скорее какой-то храм еретиков, нежели церковь, потому что, ну что это вообще такое? Это местное божество, да? Выглядит довольно устрашающе. Алтарь с черепами, реально, какие-то кровь, жертвоприношения тут были, короче, притом жертвы какие-то человеческие. Так, а за батарейку спасибо. Батарейка в хозяйстве явно. Звуки недобрые. Так, я так полагаю, мне надо снова прыгать, наверное, да, сюда? Алёп! Ах, не прыгнул. До свидания. Но благо сохранение было, тут вроде где-то не очень далеко, поэтому ничего страшного. Я просто не совсем понял, куда мне дальше, или какого хрена он не прыгает, или что происходит. Да, благо все было прямо здесь. Так, ну тут мне явно не пройти. Нет, да путь-то... Вот он один, просто надо было, наверное, отсюда, вот отсюда. Ага, отлично. Стукнулся, конечно, немножко, но ничего страшного. Так, тут наверх. Так, дальше-то куда? Дальше вот сюда явно. Твою мать. Да охренеть теперь, ты издеваешься. Еще музыка такая напрягающая. Жесть. Фу, блин, аж мурашки по коже реально ползут. Да чего неприятно, знаете, прям такой вот... Мерзкий такой липкий страх, который окутывает тебя, вот твою кожу, да, вот этими мурашками, вот прям пятки что-то немытые тут перед глазами. Фу-фу. Пойдем скорее. Жесть, у них получается содрана кожа, они привязаны, они тут проткнуты какими-то ветками. Что к чему? Хрен его поймет.
Нет. Нет, нет. Пожалуйста. Пожалуйста, нет. Офигеть. Это ж та вот эта Джессика, да? Из школы. Офигеть. Твою мать. Жесть. Так, спокойно, ладно, будем считать, что нашего героя просто глючит, что все в порядке. Твою дивизию. Вот это было стрёмно. Ладно, еще какие-нибудь деревенские маньяки с ножами, да, как бы они хоть материальные, но вот призраки. Любых еретиков, которые Господь пошлет вам, вяжите в церковь, ведите в церковь. Мы выкопаем шлюху чужака, которая принесла тьму на эту святую землю. Церковь. Я видел церковь. Как далеко это зашло? Чувствую на зубах, как будто звук ножниц. Молитесь и будьте стойкими, Бог любит вас. Папа Нот тем временем вещает там безостановочно все. Что, мочите, мочите козлов и так далее. Так, а тут... А, тут надо пройти, наверное, боком. Понял. Понял, киваю. Так, и чё? Ага, понял. Ни хрена опять не видно. Дальше куда? Видимо, сюда. Так. Очень темно, но я все-таки стараюсь батарейку экономить немножко. А вот зумом пользуется реально сам Бог видел. К тому же он батарейку не расходует. И это очень хорошо. Так, тут у нас вроде как ничего не сныкано, никаких батареек. У меня, в принципе, батареек, наверное, до хрена уж. Давайте посмотрим, кстати, что встанем где вот тут вот на свету более-менее. В светлом месте. Три батарейки. Церковь. Задача добраться до церкви. Три батарейки не густо, конечно, но в целом пойдет. Тихо. Что за звук? Откуда он исходит? Вроде никого. Ой, жесть, конечно, какая же жесть. Просто посмотри на это, да? Офигеть. Бедолаги. Так, ладно, очередное письмецо. 9 марта. Еще больше детей умерло. Нот говорит, что такое детоубийство не грех, ведь все являются солдатами армии Господа. Мученики пали на пое наперекор дьяволу. Все младенцы с ощущенным горлом и обуглившейся плотью будут невредимы ждать нас в раю. Еще папа Нот говорит, что наши грехи находят... нас в наших снах, наши грехи находят нас в наших снах, но в моих снах только убийство моих детей, и я просыпаюсь, смеясь, возбужденный и часто влажный от невольной похоти сна. Я проснулся сегодня утром, думая, что намок от крови и разжищенного горла ребенка, но эта влага была моей собственной. Другие видят во снах то же самое. Мы прорыли туннель, потому что сможем тайно встречаться. Мы собираемся делиться своими видениями и гадаем, что они значат. Я все чаще думаю, что это послание, но ничего святого. Фу, мать твою, блин, вот эти записки, это просто писец какой-то. Это просто жесть какая-то. Трэш, реально трэш. Так, здрасте, есть кто дома? Кажется, никого пока. Так, ну тут, по-моему, уже опасности не представляет, господин. По крайней мере, хочется в это верить. Так, что кушаете? Кукурузку кушаете. И курочку.
Тапанут, здрасте. Так, еще выше можно пройти, хорошо. Тут заколочено, тут мы не пройдем. Ладно, понял. Вы ненавидите Бога, потому что он заставил вас убить своих детей? Бог сам убил собственное дитя, пригвоздил его к кресту, и тот висел в муках несколько дней, прежде чем умереть. И когда сын спросил его, почему ты отрекся от меня, Господь не ответил ни слова. Так, заперто. Подвинок-то можно подвинуть предметы, чтобы заблокировать их. А, ну я вижу тут, собственно, подсказка, что здесь заблокированная дверь есть. Хорошо. Так, очередная записка. Салливан, папа Иезекиил, лжец, шарлатан, мешок с кишками, наркоман, трус, насильник, убийца детей. Я ушел, и я забрал с собой всех, кто имеет смелость увидеть правду. Иди за нами, найди нас. Мы все ждем и хотим убить и трахнуть каждого, кого ты посылаешь на гору. Я не ненавижу вас. Мог ли Иисус ненавидеть Крестителя за то, что он еврей? Я не мог найти свое праведное зрение без ваших многих лет неведения и дерьма. У меня никогда не хватало смелости искать правду без вдохновения своей злости из-за вашей лжи. Ваш Бог – это детские суеверия. Ваша вера – смятение. Знаки истинного Отца были перед вами, перед всеми нами, и вы, тщеславные, наивные, слишком глупые, чтобы перевести дух, вы подумали, что видение послано вам в наказание злобным и ужасным Богом. Ваш Бог напуган, потому что он совсем не так хорош. Ваш Бог – ваше собственное эго, уязвимое и ложное, смятение. Мой Бог совсем не так хорош, и он настоящий, и он в каждом мгновении экстаза. Его дитя трахнет и порвет этот мир, приведя его к вечной славе. Я не прошу вас присоединиться к нам, я говорю, вы присоединитесь к нам, потому что наша любовь больше, чем вы можете себе представить. Вэл. Да, чем дальше в лес, короче, тем страшнее становится. Блин, всеми не так много привыкнуть, что надо держать кнопку зажатой. А я один раз хочу нарать, типа, отпустить, и все. А в итоге нет. Какие у него пальцы чистые, а? Пацаны с ножами и фонариками. Явно меня ищут, пацаны. Да, мне явно спускаться надо к ним. Ну что ж, великолепно. Почему бы, собственно, и нет? Так, этот первый этаж, где досками заколочено. Подожди, там батарейки нет случайно? Это мало ли, мне бы пригодилось бы сейчас. Нету, да, кстати, наверное, перезарядим. Так-то лучше будет явно. Так, ладно, спокойно. Это может быть лифтом. Но это наверху. Ну-ка, давай. Энергия отключена. Должна быть, у них есть генератор или что-то такое. Ну и естественно, если только эта чертовая штука работает не на молитвах. А, кстати, очень может быть. Лифт, на самом деле, тут лифт, блин, по нему забраться можно пешком наверх. По такому лифту. Ну ладно, пойдем искать генератор среди чуваков с ножами. Ох, какие вопли там, а. Грехи сегодня приобретены, и пришло время платить все долги Господу. Есть причитание, боль и кровь, но все это радостно для нас, потому что мы скорбим о рожающей женщине, из этого разверзающего лома рождается дитя ада. Она же и есть наша возможность спасти... Ой, слышь, бабка-то на меня пошла тем временем, пока проповедь свою читает. Я, пожалуй, скажу тебе до свидания, потому что, ну его нахрен, бабуль. Я как-то не готов. Так, спокойно. Куча трупов везде. Жесть. Не поворачивайся спиной к Папиноту, не поворачивайся спиной к Господу. Бабка где-то там, да? Здрасте. Шпингарета есть? Шпингарета нет. Хреновенько. Так, ладно. Давай тогда, в принципе, смотри, что здесь может быть интересного для нас. Пока что ничего такого не вижу. Значит, пойдем поднимемся на второй этаж.
Нам нужно найти генератор, получается, чтобы запустить лифт. Чтобы подать на него питание. Так, выход на балкончик, кроватки и какая-то комната. Какая комната, посмотрим тогда. Что ли? Ох, как светло здесь. Батареечка. Видишь, не зря вошли, получается. И больше, в принципе, ничего. Ну ладно. То есть просто дом с батарейкой. Ну хорошо. Его есть причитание боли кровь, но все это радостно для нас, потому что... Жесть. Просто жесть. Что-то мне подсказывало, что генератор находится где-то там. Поэтому погнали. Power Generator Station, отлично. Ух ты. Спокойно. Спокойно, братан. Power Generator Station. Тихо, тихо, тихо. Еще один, мать твою, тихо. Так. Вот он. Где же он, а? Не вижу. Ну, раз не вижу, значит... Ах ты, мать твою, застрял! К тому же еще и... Пошли нахер! Какая-то бабка сумасшедшая! Быстрее открыть! Да какое открыть?! Так, генератор, генератор, генератор. Где он может быть? Где он может быть? Наверху, наверное. Хотя генератор обычно внизу стоит, на первом этаже наоборот. А вот он! Это же генератор? Похоже, что да. Да, комната с генератором, надпись. Power Generator Room. Отлично. Фу, что-то как-то мурашки пошли по коже опять, ни с того ни с сего. Хотя ничего такого не было, подумаешь. Тут меня там впалил. Должно быть это оно. Надо найти только путь над к лифту. Так, ну все, работает. Ох ты мать! Чтоб меня! Бабуль, ты... Ты так не пугай, пожалуйста, ладно? Я чуть реально не обосрался от страха. Жесть. Фу. Фу, мать твою. Стрёмная старая перечница. Очевидные свои проповеди дебильные. Как мне теперь мимо нее пройти, интересно? Она меня не тронет, я надеюсь? Не тронет. Вот тебе, сволочь. Это уж меня напугало. Реально напугало до усрачки, я чуть не обосрался, действительно. Так, а это какой-то другой выход. Даже ворота закрыты. Так, ну мне надо обратно к лифту, по-любому. А, там уже заперто. Я же там только что был. Там эта бабка какая-то сидит еще. А, там все еще? Да не, не вижу. А, так вот, видимо, это она и есть наверху, теперь молитвы свои считает. Ладно. А, ну вот, пошли сюда, получается, можно было пройти там. То есть, в принципе, это одно и то же.
Понял. Ну что ж, ладно, давайте тогда... Подожди, а вы куда? Глазанота, это она! Она? Вы знаете, не подскажете, что там наша старая знакомая, та самая бабка стрёмная с этой косой или не косой, киркой, не киркой, ну, в общем, вы поняли, про кого я говорю. Потому что чуваки видели, они все убежали, притом они бежали и говорили Харри, то есть Харри переводится скорее, то есть, скорее, быстрее, типа, спасайся от нее бегством. В общем-то, это не есть хорошо. Ладно, я предлагаю тогда в следующей серии с ней же побороться, потому что на сегодня хватит ужаса. И так было довольно стрёмно. Спасибо вам большое за просмотр. Искренне надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про комментарии. Ну а для вас играл и комментировал Валдай. Это была игра Outlast 2 на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.